Новый год. Спать буду. Нет, ну ты вообще, конечно. Как можно спать в Новый год? Ну, ты ж знаешь, у меня природа такая. Я вообще должен спать всю зиму. Только в этом году чего-то припозднился. Вроде и жир приличный нагулял, а никак не заснуть. Это у тебя не природа. Это вздорный характер. Новый год, праздник, сказка, прекрасные безумства, чувства переполняют. А тебя ничего не переполняет. Жир, он, видите ли, нагулял. Да нормальный у меня характер. Просто я очень спокойный. Ага. Если бы Полена говорить умела, она бы тоже про себя сказала, что очень спокойная. Что ж я, Полена, по-твоему? Хуже. Из Полена можно что-нибудь интересное вырезать. А тебя, кажется, уже не исправить. Можно подумать, что интересно, это только тогда, когда всякие костюмчики, маскарады, глупые фантазии и страсти-мордасти. А ежели кто-то спокойно делает свое дело, а потом поспит немного для отдыха, значит, он полено? Да у меня философский взгляд на жизнь! Во! Спокойной ночи, философ! Экономь жир! Да как же жир? На себя посмотрел. Все бы финтиплюшки всякие. Здравствуй, мой маленький эльф. Здравствуйте. А вы кто? Я фея. Круто. Так, значит, Копатыч опять решил не отмечать Новый год. Да, вообще. Орлянда не работает. Не надо осуждать Копатыча. Все мы разные. Нас радуют порой разные вещи. И энергией нас заряжают разные вещи. Кому-то 220 вольт много, кто-то любит поспать ползимы, а кто-то веселится! А-та-та-та, тра-та-та, веселится до утра! Тра-та-та, тра-та-та, не устал никогда! Тра-та-та, тра-та-та, а-ха-ха, тра-та-та, а-ха! Так, если Копатыч будет спать, может, у него гирлянду забрать? Ой, не так будешь, не так будешь. Попробуй, попробуй. Ты не убежишь от меня. Ты разве не знаешь, что эльфы очень быстро бегают, даже летают. Есть. А я теперь... Сейчас кто-то окажется в сугробе. Только попробуй. Я снова превращу тебя в медведя. О, это мой друг Карыч. А это Тигриция. Она фея. Ну, наконец-то ты пришел, мой маленький гном. Гном? Гном? Мой маленький гном. Извини, дружище, ты не вовремя. Нам пора. Иди давай, иди. Спасибо за все, мой маленький эльф. Но я должна идти дальше с гномиком. Нет, нет, не надо никуда идти. Скоро ж Новый год. Надо веселиться, веселиться. Прощай, мой маленький эльф. Тигриция! Тигриция! Я поздравляю в Новый год. Надо было сначала проверить гирлянду, а то вдруг и это не работает. Ты в случае чего можешь ее починить? Я не умею. А что ты вообще умеешь? Опустел наш дом, и остался гном, всеми брошенный, весь измученный. Параш, ты сейчас должен встать, войти в эту дверь и вернуть Карыча в реальность. Мне почему-то кажется, что это не нужно ни Карычу, ни реальности. Какой же ты все-таки мямля! Живет в сердце гнома больном. Так
нельзя. Так не пойдет. Дружба дружбой, а ей поврось. Карыч, ты это... Ты мне дорог как друг. Ну, мы знакомы давно, и я за это время особо не менялся. А тигриция сразу сделала меня лучше. Я стал веселее и жизнерадостнее. Нет ее у меня, дружище. С северным оленем ушла. Что-то меня сон потянуло. С кем, говоришь, ушла? С оленем. Выведала все мои гномичьи тайны и ушла. С северным оленем на северный полюс. Пусть все переменится.